Числа. Язык, понятный любому жителю земного шара. Только уже по этой причине сложно переоценить значение математики и физики в современном мире. Изучение этих фундаментальных наук дает человеку невероятное преимущество в понимании любых процессов. Именно к этому стремятся студенты факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского государственного университета. Из стен факультета выходят бакалавры и магистры направлений: математика, прикладная математика и информатика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем и физика. Куда пойти учиться? Кем я стану? Где буду работать и сколько зарабатывать? Сегодня перед выпускниками школ стоят очень серьезные вопросы. Об этом мы поговорим в программе «По существу» с профессором, заслуженным работником Высшей школы Российской Федерации, деканом факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского государственного университета Александром Юрьевичем Иваницким. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас в одной из лабораторий. Чем здесь обычно занимаются? Это физическая лаборатория. Здесь занимаются в основном дети, школьники, которые ходят на малый физмат. Но начиная с этого года в этой лаборатории также будут заниматься студенты факультета. Почему сегодняшним выпускникам, возможно, и тем, кто занимался в этой лаборатории, стоит поступать на ваш факультет? Дело в том, что при выборе специальности нужно ориентироваться на те области, которые будут востребованы через 4-5 лет. Среди таких областей нанотехнологии, это искусственный интеллект, это альтернативная энергетика, это информационная и финансовая безопасность. Если выберете вот эти направления, то вы будете востребованы. А востребованность означает это трудоустройство и достойную зарплату. На факультете у нас студенты получают все необходимые знания и навыки, которые понадобятся для работы в этих областях. На факультете всего три направления бакалавриата, три направления магистратуры. Есть еще аспирантура по двум направлениям. Прикладная математика, информатика. Мы готовим специалистов, которые могут применять математику с учетом рисков. Мы готовим в таких областях, как искусственный интеллект и робототехника, в областях, где нужны математические методы расчета, анализа и принятия наилучшего, или, как математики говорят, оптимального решения. Это те области, где нужно создавать математические модели. Это, прежде всего, банковская сфера, финансовая сфера. Что касается трудоустройства наших выпускников, они работают в смежных областях. Это математика и экономика, математика и бизнес, математика и промышленность, математика и информационные технологии. В этом суть направления прикладная математика и информатика. Из опыта выпускников, которые закончили наш факультет в 2011-2019 годах, могу сказать, что они работают математиками, актуариями, работают финансовыми аналитиками, аналитиками фондового рынка, специалистами по недвижимости. Вы сейчас упомянули очень интересную профессию – математик-актуарий. Где может работать этот специалист и вообще, что он изучает? Это специалисты, которые могут построить вероятностные модели в сфере финансов, банковской деятельности и инвестиционной деятельности. Это ключевые сотрудники при расчете рисков. К сожалению, математиков-актуариев выпускает мало вузов Российской Федерации. Спрос на математиков-актуариев превышает предложение. Эту специальность вы можете получить в Чувашском государственном университете, на нашем факультете. То есть вы можете построить себе в будущем отличную карьеру в любом финансовом центре мира, начиная от Москвы до Лондона, а учиться в Чебоксарах. В названии вашего факультета есть фраза «информационные технологии». Каких специалистов в этой области вы готовите? Информационные технологии – это быстро растущая отрасль экономики. И IT-специалисты сегодня пользуются повышенным спросом на рынке труда. Вот, например, в Российской Федерации на сегодняшний день нужны более 2 миллионов программистов. А на рынке труда их всего, по разным оценкам, от 600-700 тысяч. Наш факультет и специальность математического обеспечения и администрирования информационных систем – выпускает специалистов с фундаментальными математическими знаниями. Студенты изучают языки программирования Lazarus, Java, Python, операционную систему Linux –
изучает, каким образом разрабатывать математические программные обеспечения, учится их внедрять в производство. Они работают аналитиками, программистами, специалистами по внедрению и разработке программного обеспечения. Я смотрела интервью декана информатики и вычислительной техники. Кажется, она говорила, что там готовят таких же специалистов. Есть ли разница? Да, есть разница. Кроме, значит, программирования, мы изучаем фундаментальную математику. Это дает некоторые преимущества. Допустим, компания выпускает 10 видов продукции, значит, и компания хочет максимизировать прибыль или минимизировать расходы при ограниченных финансовых, материальных, людских и временных ресурсах. Тогда возникает задача такая. Нужно составить математическую модель, найти способ решения той задачи, которая есть в математической модели, затем составить алгоритм, запрограммировать и провести численные расчеты и выдать, значит, собственнику численные расчеты в такой удобной форме, чтобы ему было понятно. Как вы видите, из этого процесса программирование — это только часть того, что я вот только что рассказал. Поэтому наши выпускники этого направления, как правило, работают аналитиками-программистами. И они ставят, например, задачи другим программистам. Александр Юрьевич, вы выпускаете еще и физиков. А куда они могут пойти работать? Студенты в направлении физика изучают те дисциплины, которые позволяют стать им физиками, способными решать как и теоретические, так и экспериментальные, фундаментальные исследования. Они могут работать в проектно-конструкторских бюро, отделах крупных промышленных предприятий. На факультете у нас по физике специализируются по трем основным направлениям. Это нанотехнологии, это альтернативная энергетика, ну, точнее, скажем, солнечная энергетика, это искусственные нейронные сети. Наши физики могут работать физиками-исследователями, физиками-инженерами, могут работать в крупных и средних компаниях, научно-исследовательских лабораториях и отделах. Могут также работать с базами данных, используя искусственные нейронные сети. Наши выпускники в Чебоксарах работают в ведущих банках, таких как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, а также в IT-сфере работают в известных компаниях Мегапьютер, Key Systems, Диасофт, iServe и других. Выпускники, вот актуария, о которых я говорил, они работают также в страховых компаниях, пенсионных фондах. Естественно, работают наши выпускники по всей России. И не только в России, в таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Нидерланды, Германия. Вот в Чувашии сложилось традиционно такое сильное физико-математическое школьное направление. И выпускники школ, когда сдают ЕГЭ на 100 баллов или просто на высокие баллы, они, само собой, поступают в Петербург, в Москву, отдают документы. Скажите, какие аргументы есть у вас, чтобы высокобальники оставались здесь и получали образование в родной местности? Да, такая проблема существует. Но я бы хотел сказать, что часть выпускников, которые уезжают в столичные вузы, такие как МГУ, МФТИ, МИФИ, они к нам возвращаются. Каждый год перепоступают, или мы зачисляем на бюджетные или платные места несколько человек из этих вузов. Причины возврата разные. Одна из причин – они здесь, в школах Чебоксары, были звездами, а там, в этих вузах, таких звезд много, и они потерялись. А здесь, в нашем университете, студентов на нашем факультете не так много. Мы их знаем всех в лицо. Каждый преподаватель знает каждого студента. И мы можем построить индивидуальную траекторию обучения. Преимущество обучения на факультете и вообще Чувашском госуниверситете следующее. Здесь готовят востребованных специалистов. А это означает трудоустройство и достойную зарплату. На факультете очень много бюджетных мест. У нас 84 места. Из года в год количество бюджетных мест растет. Студенты получают стипендию. И порой немало. Некоторые студенты получают до 15 тысяч. Для иногородных есть общежитие. Учеба в шаговой доступности. Потому что вот в столичных вузах студенты теряют 1,5-2 часа на дорогу от места жительства до университета. Одной из самых главных, сказать, причин – это то, что это недалеко от своей малой родины. Есть возможность встречаться постоянно с родителями, с друзьями. Александр Юрьевич, в начале нашей беседы вы сказали, что после бакалавриата можно продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре. Можете подробнее об этом рассказать?
Действительно, у нас на факультете есть три направления магистратуры: математика, прикладная математика, информатика, физика, и два направления аспирантура: математика, механика и физика. На факультете есть научные лаборатории. Это прежде всего лаборатории искусственного интеллекта и робототехники, совместные с математическим институтом имени Стеклова Российской академии наук. Это лаборатория синтез наноматериалов. Это совместная лаборатория Московского государственного университета имени Ломоносова и нашего университета. Это ветро-гидро-динамические силовые установки, а также биоинформационные технологии. В лаборатории синтез наноматериалов у нас создана уникальная углеродная пленка для медицинских нужд. А в лаборатории ветро-гидро-силовые установки создано устройство, которое позволяет получать энергию с малых рек с высоким КПД. Особенно хочется сказать про сотрудника лаборатории искусственного интеллекта и робототехника Киселев Михаил Витальевич, который является ведущим специалистом мирового уровня в области искусственного интеллекта. Кроме того, он является консультантом по созданию первого российского нейрочипа. Нейрочип — это основа, на котором будет создан компьютер с искусственным интеллектом. Благодаря ему Чувашский государственный университет заключил лицензионное соглашение с ведущим производителем, мировым производителем компьютеров Intel. И теперь наши студенты и преподаватели могут работать на компьютере с искусственным интеллектом. Ребята, у вас есть уникальная возможность поработать вместе с Киселевым Михаилом Витальевичем в его группе. Он набирает уже в этом году, с первого курса, себе студентов для работы по созданию искусственного интеллекта. Ну и помимо учебы, наверняка есть какая-то внеучебная деятельность. Да, это и спорт, это и художественная самодеятельность, это студенческие отряды, это волонтерское движение, это возможность участвовать в разных проектах, путешествовать по стране и по всему миру. Вот, например, недавно студентка-физик Микаэлян, она выиграла грант на 400 тысяч, грант по барабану, и организовала свой вокально-инструментальный ансамбль, где она теперь является солисткой. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держу. С 2003 по 2008 годы я был студентом физмата, председателем СНО факультета и участвовал в студвесне. Ну и немного учился, наверное, раз умудрился получить красный диплом. Последние 10 лет я работаю техническим писателем в чебоксарском отделении крупной IT-компании. Зарплату получаю более чем достойную для Чувашии. Что же касается физмата, то я очень рад, что когда-то выбрал именно этот факультет. На факультете я получил качественные знания, которые применяю в своей работе и по сей день, чему я очень рад. После получения диплома я работал в различных организациях республики, потом перешел на работу в негосударственный пенсионный фонд в качестве актуария. Сейчас работаю в центральном аппарате Банка России. Почему стоит идти на факультет? Потому что это путевка в прекрасный мир математики и ее приложений, которые окружают нас повсюду. ЧГУ – это отличная платформа для развития. Университет предоставляет всем студентам-олимпиадникам различные дополнительные стипендии. Лично я в прошлом году, являясь призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, получал суммарно около 15 тысяч рублей в месяц. Также не стоит забывать про творческую жизнь университета. ДК ЧГУ активно продвигает молодых талантливых людей, которые готовы проявить себя на сцене. Вы так интересно рассказываете про факультет, мне даже захотелось к вам поступить. Насколько ЕГЭ нужно сдать? Вначале скажу, какие предметы нужно сдавать. Нужно математику профильную, физику и русский язык. На прикладную математику и информатику минимальный балл был 184 балла, а максимальный 296. На матобеспечение и администрирование информационных систем
Соответственно, минимальный балл был 151, а максимальный 233. А на физику минимальный 145, максимальный 235. Александр Юрьевич, у вас есть сейчас возможность обратиться к абитуриентам. Что бы вы им пожелали? Ну, нужно сделать правильный выбор. Я бы сказал словами одного из наших выпускников, если вы выберете специальности, связанные с физикой, математикой, информационными технологиями, вы попадете в точку. У вас будет хорошая работа, гарантированное трудоустройство и высокая зарплата.